Ну что, ребят, второй тест. Вот такой вот у нас будет ожива плюс выживание. То есть интересно посмотреть, что именно в такой сборке. Вот ремочка у нас будет. Ну, на некоторых героях разные составы. Посмотрим, как оно будет работать. То есть, что оно даст. Спасет ли это против смотрителя? То есть, я в основном сейчас воюю против смотров, потому что смотры больше всего гадят, скажем так. То есть на героях, которых могут слить, в первую очередь стоит. Так, и давайте Бугимена поставим. Там тоже вот зеленый смотритель у нас есть. Поехали. По сути, 3 секунды блок первых. То есть посмотрим сейчас, что у нас получится с этого. Потому что огненка, конечно, классно, но оживу героя нету. И получается, против Фрей это не спасает. Конечно, надо еще подбирать состав. Но интересно просто посмотреть, как герои будут получать дамаг. Вот, отлично. Спасет ли выживание в данном случае? Ну, вроде неплохо. В таком случае, в принципе, герой получается ресается, но опять же интересно посмотреть все нюансы. Плюс надо недомогание, чтобы герои не отхиливали себя. Вот, отлично, хорошая пачка против. Да, мне нравится. Ну. Так, кто-то слился, они все живы пока что. Минус, конечно же, у нас нету сразу же включения, но вот, отлично, еще одна пачка. Но у нас есть перестраховка от смотрителя, от урона, особенно от Фрей. Возможно, и ремки и не надо, чтобы они сразу сейчас включались. Но ремку я всегда ставлю для того, чтобы быстрее сливать пачки. Но, как видите, сейчас спама нету много, поэтому тут особо и не поспамишь. Так, я надеюсь, там будет какой-то топовый состав.
Пока вроде тащат. Хотелось бы побольше топов с овниками. Вот с Ронином могут быть проблемы, если он будет на максимальный уклон. Но ничего себе, вот видели, по фрае все-таки прошло. Но Ронин тут особо вижу без особого уклонения, поэтому он сливается налегке. Сдам пока вторую пачку. Так, отлично. Мне больше всего понравилось пока живо плюс выживание. Именно для этой локации. Да, они не включаются сразу, но они не дохнут, что немаловажно. Пока тащить вторую пачку подальше. Да. У нас, как обычно, все печально. Вот минус этой пачки, со спамом долго воевать будет, подольше, чем, допустим, ремка будет, но плюс ожива, и этот плюс в том, что выживает пачка получше. Конечно, хотелось бы сейчас топовые пачки,
посмотреть еще. Опять 10. Было 2, уже 10. Отображение, конечно, очень печальное. Вот это... А, нет, слабенький все равно. Плюс огненки, то что Ронин сам себя убивал, и тут, конечно, подольше все будет, если он будет сожива или с ожогом. Это, конечно, попечальней. И там уже отбили, да. Весело, однако. Да толку тут 24 человека. 40. 40. Ну, в общем, состав мне очень понравился. Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете, но, как по мне, состав очень-очень неплохой получился у нас. Надо будет потестить его на следующей неделе. Именно, опять же, тот же самый состав. Только подобрать героев под пачку.
Но все равно, вот видите, смотритель пробивает, дальше герои бьют и дальше нули идут. То есть есть плюс в этом. Все-таки спасает. Если бы не было, сливались бы. Так получается, только мы ударили. Бедолаги бегают за мной. В принципе, все правильно. Нет людей, нет результата на фортах. Вот так вот. Но состав неплохой. Ну, понятно, что я ничего не сделаю этим составом уже здесь. Да, жалко, конечно, что у нас не меняют на битву гильдий и на атаку фортов правила, но ничего не поделаешь. Что там у нас получается? Последнее место. Судя по всему, да, не догоним мы. А может, фиолетовых еще и догоним? В общем, надо будет тестить именно этот состав на следующую атаку фортов. Посмотреть, что он в себя покажет. Да, печалька. Вот такая вот атака фортов. Четвертое место. Ничего мы не смогли сделать, но зато потестировали составы. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.